Всем добрый день, мои хорошие. Кто помнит этот сад? Если кто помнит... А, ну да, конечно, у меня сейчас новые и любимые подписчики. Здравствуйте, мальчики и девочки. Кто помнит этот сад? Помните, когда я вас зимой привела сюда? И здесь было сделано, как в раю. Были фигурки. Было очень красиво сделано. Фигурки, цветочки, как пение птиц. А я вам говорила, дорогие мои, я вас привезу еще в мае. Здесь будет парк для роз. Оля, носаку, а ты носаку. Здесь будет это, парк роз. Смотрите, наконец-то расцвели наши розы. Вот. Розы, розы, их так любишь ты. Снова, снова я дарю тебе. Розы, розы. Только пить хочу. Ну вот. Тогда было темно, помните? Кто помнит мое видео, когда я сюда ходила, вам показывала? Да, есть у меня подписчики, сейчас скажут, да, Алина, помню. А кто-то мне писал, ой, скорее всего, чтобы был май, чтобы ты нас отнесла в этот парк для роз, нам показывала. Дорогие мои женщины, честь 9 мая, честь 9 мая, дарю вам эти розы. Вот, дарю вам эти розы. Так что выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню напевала, та-и-на-на-и-на-на-на-на-на. Выходила на берег Катюша, от высокий берег над крутой. Хватит. Ну все, дальше. Мой муж, когда идет сюда в парк, сразу маму вспоминает. Кто помнит, когда тот раз тоже пришел, вот так само было. Да. А я люблю тебя, люблю. Розы. Посмотрим, что за роза, откуда. Роза. Откуда эта роза, Оскар? Интернационал. Росас Новес де Барселона. Флорида. А, Флорибунда, де Алемания. Это с Германии. Посмотрим, российский есть? Франция. Бельгия. Посмотрим, российский есть? Голланда. Голланда. Голландские розы. Все розы мира, да? Италия. А, Франция. Если найду русский, скажу. Испания. Испания. Испанские розы, что они такие? Ара. Армянский есть? Италия. И что это такое? Неинтересно. Все Италия, Франция, Германия. Франция. А ну, русские розы найди. Девочки, русскую не нашли розу? Германия. Вот даже русскую ищем. Динамарка. Вот красивая роза с Динамаркой. Оскар, ты крест кексисте де Русия? Если найду, я вам покажу, девочки. Я должна найти. Красиво, красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Красиво. Уходи ты от него. Дехапон? А это дехапон. Посмотрите. Японский роза. Чан-чан, японский роза. Ты для меня куликоза. Новая Зеландия? Где? Белый.
Давай, зеленый. Красиво очень. Такая старушечка уже все. Смотрите, вот мне нравится вот эта трава. Что? Оскар, это пионы? Боже, как жарко. Уф, посмотрите. Девочки, жарко. Очень жарко. Надо было бикини одевать. Уф, очень жарко, честно. Ай. Здесь уже чуть густо. Надо очки одевать. А то морщины появятся. Ара. Им сортингу марат сиртаку. А вас она язвеки. Им сортингу марат сиртаку. А вас она я. Та-н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 а
Розы, розы, их так любишь ты, снова, снова я дарю тебе. Ну что, мои хорошие, я, по-моему, вам сделала хороший подарок на 9 мая. Кто сказал, Алина, покажи нам? Ну вот, я не хотела вам говорить, но я вам в воскресенье хотела вот так сделать сюрприз. А там что, наверху? Что это? Как бункер? Чё это там? Что это зеленое? Вообще не знаю, что такое. Но очень красиво, правда? Ставим на двойку. На двойку. Ну, люди отдыхают. О, пение птиц, боже, как красиво. Сейчас мужа потеряю. Потерялась я. Ой, здесь вообще красиво. Здесь можно даже свадьбу сыграть. Вот. Дорогая моя, согласна ли ты выйти замуж? Нет. Спасибо, но нет. Аля, смотрите, букус это. Спасибо, но нет. Замуж не хочу. Вот так, если смотреть букус это. А? Я только одна вижу, или мне кажется? Спасибо, но нет. Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Муа. Тина. Ара, ты мне найди русскую розу. Мой муж ищет русскую розу. Это что? Хина, чина, хина. И не может быть, сейчас и... Ой. Птичка, птичка. Ой, обожаю еще вот такие сиреневые эти цветочки. Вон-де. Сейчас, девочки, пошла водичку выпью сейчас. И приду, окей? О, смотрите, как красиво. Обалдеть. Косиров хокис варакелес. Аветити сэрним паркелес. Ну я келес. Бананы не растут, а раз здесь. Нет, кокосы растут. Ой, пошла водичку выпью, блин. Забыла водичку купить.
Ландыши. А ты сказала ландыши, ведь меня не... на 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 С ума сошла я. Ну, надо иногда делать с юмором, да. Так, мужу дала задание искать. Там даже две, даже есть скорая помощь, на всякий случай. Но если бы там была бы полиция, я бы притворилась бы, что мне плохо. Я бы сказала, ой, спасайте, мне плохо. Вот так сказала, мне в жар кинуло, спасайте. Ну, мне больше нравятся вот такие цветочки, обожаю. Ну что, воды выпила. А сейчас, ой, какой воздух классный здесь, честно. Очень красиво, вот обожаю эти цветочки маленькие. Обалдеть! Ну просто обалдеть, а здесь вообще. Ха-ти-ха. Меньшерапи. Ну что, девочки, вы меня не ждали, мальчики тоже, давай. Си, сейчас пойдем. Вы меня не ждали, правильно, такого сюрприза. Ваяра, я люблю сюрпризы делать. А там еще. Оскар, а и там мене. Сейчас идем туда. Ой, как пахнет жасмином. Жасмином пахнет. Ладно, когда подойду туда еще ближе, я вам покажу, окей? Что, девочки, вот спустилась. Смотрите, здесь уже внизу очень красиво. Вот. Даже можно зайти. Оскар, если найдешь Полония, вот польская роза, найди русскую мне. Пошли посмотрим польскую розу. А, вот здесь написано Полония. Красивая, ну посмотрим, понюхаем. О, как пахнет. Наши розы вообще пахнут, да? Испанская роза. Извините, ну. А это чья? Испанская. А ну посмотрим, пахнет. Чуть-чуть. Франция. Франция. Мы говорили со всем миром, блин. Что такое? Франция, Франция. Значит, неправильно мне сказали, что ли? А, или это было в России так? Не помню. Алань. Это турецкое, что ли? Салани? Пахнет тоже хорошо. Гибрид де Алайн Мелия Мандафон. Бальсак. Роса. Бальсак. Хрен его знает. О, но. Но это роза, я розу зовут так. Рахнич Алайн. О, да. Уф. Короче, я с ума сошла. И деревья красивые. Смотрите, снизу уже очень красиво, да? И деревья. Вон девочка сидит, меня ждет. Пойду к девочке, поговорю с ней по душам. И она одна, и я одна. Вот это пионы, да? Обожаю. Алемания. Да что-то вы меня уже... Или я плохо ищу там. Ну, там много ее есть, но я, где много людей, не пойду, потому что... Не люблю, когда много. Ладно, там нету полиции, только скорая, да? Ой. Привет, моя хорошая. Ну, как у тебя дела? Вот видишь, девочка сидит, моя хорошая. Ты одна, и я одна.
Слава Богу, что можно вот так пройтись. Красиво. Скажи, Алина, а что ты снимаешь? О, я увидела цвета. Оранжевого цвета. Обалдею. О, здесь русских много. Здравствуйте. О, как пахнет. Эва, роза Эва. Смотрите, какие розы. Новая Зеландия. Вообще, смотрите, сколько людей сфотографируется. Очень много здесь людей. Вообще вот так все смотрится. Вот эти розы, что вот все здесь, они выиграли премию. Вот эти розы, что они отдельно вот здесь. Они выиграли премию. Даже вот написано, когда, что и что выиграли, когда. Вот все написано, видите? Премия Аль-Мейор Русы. Видите? То, что выиграли премию. Вот это все, что вот в этом в углу они выиграли премию. Видите? Я хочу понюхать вот это. Сейчас я себе сделаю фото, мои хорошие. Вот это все розы здесь получили премию. Поэтому... Видите, как красиво. А это вообще, смотрите. Ладно, я эту красоту вам покажу. Скажите, бы эту красоту не показала. Это вам все, девочки, мальчики. Честь 9 мая. Красиво. Красиво.